Привет! Сегодня я снова в аэропорту, на этот раз в Жулянах. Если вы зашли на канал Nerdon Tour, значит, уже понимаете, что я здесь не просто так. Будет проходить пресс-конференция о входе Бута Airways в Украину. Флот Бута Airways пока что состоит из двух Embraer 190. И один из них сегодня приземлится в Киеве, совершив рейс Баку-Киев. Бута Airways — это азербайджанский лоукост, дочка азербайджанских авиалиний. Вообще Бута Airways очень молодая компания, ей меньше года. Лишь в декабре 2016 года Азал объявили об открытии этого бранча. И несмотря на то, что они полностью владеют Бута Airways, у лоукоста все равно есть своя структура и менеджмент. По-моему, это очень прикольно, что все больше и больше игроков рынка пассажирских авиаперевозок заходят в Украину. Пару слов о ливрее Бута Airways. Само слово Бута — это вид орнамента национального азербайджанского. Это вот такие вот каплевидные лепесточки, которые на фюзеляже расположены. Еще в ливрее присутствует в виде Буты птица Симур. Это тоже мифологическая птица, которая является царем всех птиц. Airways — это лоукост компания, поэтому, конечно, какого-либо суперкомфорта не стоит их ожидать, но тем не менее нормальные кресла и даже достаточно много места для ног. Смотрите, борт Бута Airways уже собирается в обратный путь. Пассажиры заходят в салон и будут занимать там свои места. Ну и традиционно пожелаем им счастливого пути, мягкой посадки. Будьте Airways наращивать свой флот, увеличивать количество полетов в Киев и открывать новые горизонты.